доброе утро! Доброе утро, Стивен! Ух ты! А это что такое? Это моя новая беговая дорожка. Заказывала ее пару недель назад. А зачем нужна эта беговая дорожка? Чтобы на ней бегать. А, здорово! И мне тоже можно будет на ней побегать? Можно, но только под моим присмотром. Привет, Брюс! Ты ко мне? Еще чего! Делать мне больше нечего! Твоя мама дома? Моя просила ей пакет передать! Нет, можешь оставить, я ей передам. Ладно! О, а это что? Беговая дорожка, что ли? Ну да, а что смешного? Мама для бега себе купила. Да она, скорее всего, ее для тебя купила, чтобы ты хоть чуть-чуть похудел. На себя бы посмотрел сначала. Ладно, не обижайся, давай лучше побегаем на ней. Ну даже не знаю, мама разрешает ей пользоваться только под ее присмотром. Да ладно тебе трусить, тут же просто все. Встаешь, включаешь и пошел. Брюс, пожалуйста, только будь аккуратней. Все под контролем, мелкий. Вот только скорость для старичков. Сейчас прибавлю немножко. О, вот так-то лучше. Ой, что-то слишком быстро. А как назад вернуть? Дурацкий тренажер. Доигрался? Сказал же, лучше ее не трогать. А почему он не включается? Откуда я знаю? Сам разбирайся со своим тренажером. И вообще, мне пора. Ну, и что у вас здесь произошло? Мамочка, прости, я сломал твою беговую дорожку. Ай-яй-яй, Стивен, как тебе не стыдно? Я же тебя предупреждала. Тетя Глория, не ругайте его. Это я не послушался Стивена и включил тренажер. Так все и было, Стивен? Ну, да. Ладно, хорошо, что ты сам признался, Брюс. А тренажер теперь нужно будет чинить? В этот раз вам повезло, дорожка просто отключилась от сети. Надеюсь, этот урок вы усвоили, больше без спроса чужие вещи трогать не будете.